Владимир Владимирович, мы мобилизованы 580-го отдельного гаубичного артиллерийского дивизиона города Серпухова. 27 декабря отправлены в зону СВО. 31 декабря прибыли в ДНР на место назначения в ожидании орудий и боеприпасов для выполнения боевых задач в качестве артиллеристов. До сегодняшнего дня мы так и не получили орудий и боеприпасов. 1 марта состоялось построение личного состава, где нам объявили в устной форме о прикомандировании нас к 114-му штурмовому полку пехоты. 9 марта наш командир объявил, что боевая готовность через 2 часа. Первые 15 человек были отправлены для штурма и закрепления на данной территории в районе населения. Мы просим, чтобы наших ребят отозвали с данной задачи, так как они не имеют должной подготовки и опыта. На основании вышеизложенного мы просим дать разрешение на поставку орудий и боеприпасов. Мы готовы нести службу в зоне СВО по специальности артиллериста и выполнять поставленные перед нами задачи. Мы бойцы. Мы хотим защищать нашу родину. Наши пушки стоят в Богучарах. Командир арсенала Краснов не подписывает наряд на пушки и боеприпасы, ссылаясь на то, что нет команды из генштаба из города Москвы. Уважаемый Владимир Владимирович, мы принесем больше пользы, находясь в артиллерии, так как мы не обучены штурмовому делу. Уважаемый Владимир Владимирович, просим вас разобраться в данной ситуации.